что, банапики у нас наступили. Ставим вот эту штуку добротную. Самое главное не забыть ее убрать, потому что мы умеем это делать. Мы умеем забывать. Raid Call Cup, Dota 2 Лига. Первая игра на сегодняшний день. Empire против Fnatic. Счет 0-0. Ну, поехали. Вообще, кстати говоря, вот про Fnatic, если пару слов сказать, сразу начать именно с этой команды. Про Fnatic можно сказать, что эти товарищи, они вообще непредсказуемые. Они в своем полном составе играют, по-моему, хуже, чем в не в полном составе. Потому что на том же EMS показали реально довольно крутые результаты. Выиграли там у Virtus.pro, выиграли одну игру у Na'Vi. Вообще не ожидал. Но Fnatic идут медленно, но верно к верхушке своего тимплея и так далее. Главное, чтобы, наверное, эта команда не распалась. Они реально сейчас показывают неплохие результаты, своеобразные пики, свой стиль игры с ними. Это одна из тех команд, с которыми нужно, под которых нужно адаптироваться. Каждая, вот если взять китайские команды, да, у них у всех есть какой-то определенный свой стиль. У наших же европейских команд у всех одно и то же в основном. Европейские, американские команды, у них в основном все одно и то же. Лишь там про некоторых команд можно сказать что-то, они там своеобразно играют. И каждая команда, я считаю, должна стремиться именно к тому, чтобы стать вот неким механизмом, да, ну не считая того, что они должны быть, во-первых, командой, единым механизмом, там, понимающим друг друга с полуслова, бла-бла-бла-бла-бла-бла, а вот именно то, чтобы у них был, чтобы они были уникальны, чтобы, играя против Virtus.pro, ты играл так, как играешь именно против Virtus.pro, а не так, как играешь против всех остальных. То есть то же самое касается Fnatic, Empire и так далее. Fnatic имеют свой стиль, Empire имеют свой стиль, и наши команды, ну, у них, конечно, Empire, Na'Vi, Virtus.pro, там, стили игры практически одинаковые, разве что можно выделить Virtus.pro в этом плане. Они любят поэкспериментировать со всякими пиками, и у них, в принципе, это зачастую выходит им боком, иногда наоборот. Вот Nykz они популяризировали, того же Джиггернаута сейчас пытаются как-то использовать, не особо хорошо получается, выигрывают, но с горем пополам, ну, короче, такое. То есть Virtus.pro, они еще что-то делают. Вот Empire только с недавних времен начали экспериментировать с пиками, начали как-то пытаться уже менять свою игру, потому что играть одними и теми же героями против всех — это заведомо провальная стратегия. И сейчас вот меняют свои пики по мере необходимости. Ну и давайте, наверное, перейдем к этим самым пикам. Что забрали? Бэтрайдера, Никса и Бэйна. Ну, здесь, конечно, самый что ни на есть стандартный набор героев. Другого просто и быть не могло. Если тебе дают Бэтрайдера с Никсом, бери. Бери, не стесняйся. Бэйн — это излюбленный саппорт практически всех команд. В последнее время он прям один из самых топовых, тот же вот буквально пару минут назад ТНС играл на Бэйне, сейчас вот Empire пикают Бэйна. Nykz'а с котлом вычеркивают имперцы, Носорога Магнуса и Дарксира банят Fnatic. И ждем 10 секунд основного времени, целая минута, минута 13 еще резервного времени. У Fnatic Габлак вообще времени не потратил. Я, кстати, заметил то, что Габлак на первой стадии пиков и на первой стадии банов время тратит резервное практически там либо копейку, либо вообще не тратит. То есть он, это опять же говорит о чем? О том, что капитан подошел к пику, наверное, более ответственно. Он изначально знал примерно, что будет пикать, как все будет выглядеть, и поэтому на бан и пик, первую стадию бана и пика, ему много времени тратить не приходится. Основного времени вполне достаточно. А это, опять же, чем меньше ты времени тратишь на раздумья для своего пика, тем меньше времени у оппонента на то, чтобы думать. Потому что пока ты думаешь, вот сейчас, пока Габлак думает, Fnatic тоже примерно размышляет о том, что можно взять, что там забанить и так далее. У имперцев не хватает такого героя, вот как Клинкс, судя по всему, раз Fnatic забанили, значит, им не хватает какого-то... Я даже не знаю, а куда бы Клинкс тут вообще пошел? Есть Бэтрайдер, который, скорее всего, будет в миде. Никс с Бэйном суппортят. Клинкс... тут, короче, непонятно.
Короче, непонятно. Ну, Клинкса забанили, окей. Не хватает фармилы какого-то под Никса с Бейном. Скорее всего, сейчас будут баниться такие персонажи, как Гирокоптер, Луна. Сами Эмпайр забанили Гирокоптера. Висп плюс Кеос Найт. Вообще, Фнатик любит пикать Гирокоптера. Его все любят пикать. Он стал популярным совсем прям буквально вот... Ну, он был популярным, его пикали в качестве керри, но вот как только начали его американские дотеры использовать в качестве... Даже нет, не американские, Eternal Envy с команды на Tidehunter, они пикали очень часто его в качестве суппорта, потом его начали, пытались экспериментировать, я уже вот не помню кто, пытались экспериментировать в качестве мидера, и как оказалось, он на всех этих амплуа вполне себя хорошо зарекомендовал, и команды его не брезгуют пикать как суппортом, как мидером, как фармилой, во всех ролях он себя показывает с лучшей стороны. Поэтому его и банят. Сайленсер с Клинксом в бане от Фнатик. Имперцы вычеркивают Гирокоптера Темпларку. Ну и по одному бану буквально остается. Посмотрим, чего они тут еще вычеркнут. Примерно одни и те же герои вычеркиваются по именно ролям, имеется в виду. Ну и кому что останется. Под виспа есть Chaos Knight, есть Bounty Hunter, который вешает треки, и вся эта агрессивная дота превращается в более выгодную, да, если ты там убьешь просто, это одно, убьешь под треком, гораздо больше золота получишь. А висп и Chaos Knight — это как бы связка, которая убивает, именно для этого она и берется. 10, максимум там 12-15 минут фарма, обычно это 10 минут, не больше, и начинается хождение по карте. За счет ульты, за счет там тизеров. Очень быстро перемещаются. Ганг, ганг, ганг. А с Баунти Хантером это делать еще приятней. Клокверка вычеркивают ластбаном Фнатик. Слово за Габлаком. Насколько высок мой уровень игры в Dota? Мой уровень игры в Доту зависит от моего желания играть в нее. У меня просто нет самой цели играть в Доту профессионально, там, мег круто рубить. Я играю иногда по фану, иногда трухардю, иногда сам не знаю, чего хочу. То есть у меня нет никакой цели, поэтому я не могу оценивать свой уровень игры. Играю как обычный среднестатистический дотер. Ну, как говорит статистика на Дотобафе, я играю лучше, чем 99% юзеров в Доте 2. То есть, ну, так там написано. 2000 с чем-то у меня рейтинг, Diamond. Это самый высокий ранг, который может быть. Так что судите сами. 10 секунд remaining. Так, тинкера вычеркнули. Пикается зомбарь. Пикается зомбарь. Один из, наверное, самых тоже мерзотных героев. Но тут что-то как-то... Станов не очень много. Ну, много всякого такого, таких обилок, как вот Nightmare, Disruption, да, чем можно зацепить. А вот именно надамажить не так уж и много. Brainsap. Никс там со своим раскастом, в принципе, наверное, сейчас доберут чего-то. Чего-то доберут, почему-то мне кажется, что этот чего-то — это Акаша. Акаша Саламид, я могу ошибаться. Увидим. Ага, Пак. Значит, Пак будет у Фнатиков. У Фнатиков, это, наверное, неправильно так говорить, у Фнатик. Пак будет на миде. Слово за имперцами. По системе Бо-3 проходит данная встреча, первая игра. Напоминаю. Качество картинки, к сожалению, лучше сделать не могу. Зато лагов не будет. К сожалению, оба провайдера, которые у меня есть, они немножко тупят. И, судя по всему, пару дней мне придется комментировать, стримить в не самом лучшем качестве. Но это ничего, это ничего. Нефиг привыкать к хорошему. Зато потом
посмотрев в не особо хорошем качестве, потом, когда в хорошем будет, ты тогда реально будешь ценить. Это так. Ну, пока мы тут болтаем, что-то габлак. Ну, вот его резервное время, которое он оставил, да, сейчас использует на все 100. Зачастую банапики, наверное, это самая важная стадия, потому что команды по скиллу примерно одинаковы, и все, ну, можете сами даже, там уже яркий пример, это когда команда там первый гейм проигрывает за 18 минут, а второй гейм выигрывает за 18 минут, то есть такого не может быть, если команды не равны по скиллу, если у них есть какая-то разница более-менее большая, то она не может взять и выиграть за 18 минут у той команды, которая только что проиграла за 18 минут. В основном все решает именно пик. Грамотность действий и все остальное, это, конечно, тоже очень важно, но если у тебя пик кривой, то грамотность действий может не помочь. Так, ну что ж, Empire забрали ластпиком Лондруида. Не зря Фаник в паблике тренировался на Лондруиде, я его много раз видел. Именно, видать, для этого. Ну и, в принципе, на официальных играх он уже не первый раз на Медведе играет. Разбирает Фнатик своих персонажей. Одного не хватает, у них там кто-то вылетел, до сих пор не зареконнектился. Угу. И пауза. Так, а он вообще на месте хоть? Ну, в смысле, в онлайне? Нет, его нет в онлайне. Печалька. Видите, вот что такое интернет. Казалось бы, это не Россия ведь. Совсем не Россия. И тоже с интернетом проблемы. Вот вечная, вот. Ой. Когда уже изобретут что-то такое, что вот не будет лагать, вот уже такую связь, да, вот такую технологию вот в этой сфере, да, в интернете, чтобы у тебя провайдер летал, чтобы неважно было, где играешь, там, на американском сервере, на русском, на китайском, на таджикском, неважно, чтобы везде был пинг 0, ну, ладно, 0 это слишком, наверное, идеально, ну, короче, чтобы везде был маленький пинг, чтобы везде была отличная скорость, чтобы интернет никогда не падал, но это фантастика, во всяком случае, пока это фантастика. Может быть, это и будет, да, это по-любому будет, если конец света не наступит. Но в данный момент, как мы можем наблюдать, я не одинок в том, что вот какие-то проблемы. Я решил себя огородить от этой проблемы, подключив два провайдера, но даже два провайдера тебя в любом случае не спасают. Он его разводит на шмотки какие-то. А чё, Фаника нет? А у него есть панда? У Фаника есть панда. Фаник с пандочкой. Да, ждем, пока вернется Трикселла. Что-то его нет. Что-то он до сих пор не появился. Это норм. А че у Фаника? Ну-ка, может, у него там в профиле, может, он поставил себе Мирану. У него там что, Мирана крутая? Или мой инглиш просто на очень высоком уровне? Да. Ой. Какая крутая Мирана. А чё она? По-моему, она в солярии перезагорела немного.
Сова. Легендарный. А за что это дают? Его покупаешь? Это типа купить же можно, да? 500 рублей, по-моему, стоит. Последний раз он на Тускаре играл. Глядит сова. Крутая. Хотя не знаю. Ведь, честно, мне не очень нравится. По-моему, можно было что-то и покруче придумать. Какая-то сова. Что вообще сова, боже? Как-то не очень. На легендарного, во всяком случае, не тянет. Максимум на рарку. Этот легендарный. Да это же легендарная сова! Лол, теперь флаймай шникель вылетел. Трикселла зареконнектился. Да, теперь шникеля нет. Ну они что? Издеваются. Сейчас репортить начну уже. Ибо нефиг. О, шникель вернулся. Все хорошо. Так, ну что, Фаник, значит, будет играть лондруидом. Скандал на Бэтрайдере, Габлак, Shadow Demon, Silent Bane. И вроде как всех представил, да? Да, Блава будет играть Никсон. Блава! Блава на Никсе! Ядрить! Ядрить! Эра, Chaos Knight, Nothale Wisp, Flymesh, Никель, Зомбарь, Трикселла, Баунти Хантер. И вот он, последний Хани на паке. Блава, Никс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Троечка тут решили зайти в чужой лес. Походу хотят поставить фарт, но сейчас их спалят. Так, Габлак тоже увидел. Сайлент, точнее, тоже увидел. Так что драки не будет. Ну, во всяком случае, не должны подставляться. Пандочка там тоже разведала. Так, ну Фанику не придется там делать какие-то себе отводы. Не нужно ему там уводить сюда крипов. То есть он стоит не на харде, на изилайне. Против медведя будет стоять. Не знаю, против медведь против Баунти Хантера. Не знаю, кто там кого победит, но по идее медведка должен нормально стоять. А ему в центре не купили? Не, не купили. Кольцо. На транквилы. На фаст транквилы, я думаю. И там будет против БХ стоять спокойно вообще. Оп, 140 маны. Очень неприятно. Такое. Такое некое приветствие. Минус 140 маны. И у товарища Никса регенерация родная. Он тут 3 хп реген. Это реально очень круто. Вот, например, того же Пака 0,7. Здесь 1,3. А здесь 2,9. Вообще очень много. Реально очень много. Было 3 регена, но это потому что силу своровали и немножко хп реген убавился. Он от этого, от силы тоже зависит. Количество силы. Теперь видите, здесь хп реген чуть больше стал. Чуть-чуть. Вот опять же, сравнивая Dota 1 с Dota 2, видите, вот раньше такого ты не мог увидеть, сколько хп регена. А тут сейчас очень и очень удобненько в этом плане. Ну, в миде дабла на даблу, по идее, тут
Ну, Бутрайдера, во всяком случае, должно быть все норм. Chaos Knight будет немножко, наверное, претерпевать до тех пор, пока Стик себе не принесет. А вот и Стик принес. Ну вот, со Стиком уже совсем другое дело. Со Стиком будет гораздо проще стоять. Shadow Demon здесь чисто для подстраховки. Потому что все-таки Chaos Knight плюс Wisp — это довольно неприятная связка. Могут убить. А здесь нон-стоп выжигается мана, Хани уже, наверное, тихо ненавидит Никса. Но вообще он выжигает 140, а стоит 130, то есть он, по сути, много ею не поспамит. Тем более у пака маны, например, гораздо больше, чтобы ему всю сжечь, здесь нужно больше запас маны иметь. Флаймэш-никель. У него вообще мана, походу, бесконечная, он уже раз 20 заюзал дикей. Со стиков, видать, остановится. Томба, дикей, здесь импейл, моноберн. Так, что там на топе? На топе, я смотрю, Трикси уже начинает потихонечку пилить более серьезно Фаника. Мана у него, в принципе, есть на инвиз, шурикен. ХП у Фаника не так много, но Фаник не подставится. Он понимает, чего тут. Если, не дай бог, кто-то из них отъедет, вот когда один на один стоишь, отдался разок, и все. Там уже будет стоять очень тяжко. Если фиданет кто-то, если Фаник там, например, сейчас фиданет, Баунти Хантер начнет его там уже по КД убивать. И наоборот. Ну, хотя наоборот тут... Ой-ой-ой, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Трикси все-таки сделал First Blood. Я прям как знал, что здесь сейчас кого-то ушатают. Ну, видите, он не подставлялся. Он стоял под тауэром. Ну, тут опять же, как сказать, не подставлялся. В любом случае получилось так, что подставился. 1-0, Трикси получает килл. И на лайне в топе уже тут как-то не совсем все хорошо. Если сейчас Трикси... Ага, сентричник. Сентричник купили тем временем снизу. Зомбаря забирают. Как? Блин, сори, ребят. Я реально сам даже не понял, как это вообще возможно, убить зомбаря. Но походу как-то возможно. Вдвоем смогли забрать зомби. Energy Booster появляется у Никса. Silent копит себе, походу, на тапок. Есть стики. Double damage у Chaos Knight. У него тут с деньгами не особо все хорошо. 10 крипов. У Бэтрайдера, например, 18. Ему гораздо проще. Ну, с лондруидом. Лондруиды на лайне тяжело приходится. Отдался разок. Теперь какое-никакое преимущество у Трикси есть. Сейчас подымет вот с этих крипов левел 6. И начнется вообще веселуха. Под треками Фаннику будет совсем неприятно. Но благо сейчас у медведя есть корни. По-любому они сработают. Там разок снизу опять начинается драка. Иллюзори орб мимо. Хани прыгает, вязает Сайленс. Здесь стан по двоим. Стиками восстанавливается. Дерется Сайленс до конца. Брейнсап. Моноберном его сжигает просто-напросто. Сайлента зажали зомбари. Блава здесь тоже, кстати, под атакой зомбарей находится. Нужно ему как-то убегать. Аркамбуцы у него имеются. Мувспид довольно хороший. Уйдет. Здесь даже тапка нет. Так что нормально. У Блавы все отлично. Два килла имеет. 2-2 общий счет. В принципе, все нормально. Разве что на топе небольшие были проблемы. Но вроде как Фаник восстановился. Ой-ой-ой, он еще и убить хочет. Он еще и убить хочет. А Трикси... А у Трикси маны нет. Он идет через... такие, ну, довольно интересные айтемы, он не покупает себе ничего, чем можно было бы восстановиться, ману, хп, то есть он бегает, вот, хп мало, маны вообще практически нет, он не представляет из себя опасности, он килл сделать смог, а потом еще раз убивать тупо нечем, то есть он свое преимущество не реализовывает. Контролится руна, в то время, пока мы смотрели, как там контролят руну, габлака сносят за секунду. Судя по всему, ему выписали стан на 2, на 3, ну, на 2, вряд ли, наверное, на 3 секунды выписали. Он даже не раздуплился, дисрапшн не нажал. И здесь драка, зомбаря убивает. Я не знаю, как у них получается убивать одного из самых, одного из, ну, реально... На данной минуте, на 6-й, начиная там с 1-й, заканчивая где-то 15-й минутой, зомби
очень тяжело убиваем за счет его дикеев. Он пополняет свой запас здоровья очень серьезно. И как его убивать, я не знаю. Но сейчас уже левел у булавы такой, что убивать будет, в принципе, даже зомбаря несложно. А что будет с паком, я даже боюсь себе представить. Булава не успеет, к сожалению. Найтмар не так долго действует. А здесь на ульту маны не хватило. А, и он стики прожал, но ульту маны все равно не хватило. Жаль, это был бы очередной килл. Но здесь уже Фаник под труформой. Ему, в принципе, бояться вообще нечего. Странквилл похилился, и все норм. Ну, 3-3. За 7 минут игры такие два дабл лайна. Один лайн, где соло персонажи стоят. Как-то вот он рифт не заюзал, дисрапшеном себя прячет. 3 секунды стана выписывает скандалу. Сейвить скандалу уже нечем, нужно драться до конца. Скандал Firefly, в принципе, неплохо тут прижег, но ребята отступили. Так, что-то погоня. Нет, тут убить не получится. А здесь, походу, драка все-таки на этом не заканчивается. Никс далеко заходит, Блава не подрасчитал свои силы. Убить не получается. Габлак получает 4 секунды стана, банками сейвит, но здесь вряд ли получится выжить. Рифт, еще куча дэмэджа скоро. Стан откатит, треки висят, так что и скандал здесь уже ничего не светит. Отъезжает еще и скандал. Совсем нехорошая музыка заиграла для Empire. Подтянулся здесь Silent, получает треки одного в Nightmare. С другим дерется до конца. Сюда иди, Вася. Стики сейчас прожмет, но все равно не хватает. Ай-яй-яй, обидно. Не хватает совсем чуть-чуть до еще одного брейнсапа. Так бы, может, и забрал бы Chaos Knight'а. Хотя бы умирать было бы не так обидно. Но он в любом случае сделал килл. Не просто так отъехал. Но так было бы гораздо круче, если бы он еще кого-то смог забрать. Стики тапок. Пака. Брасер, тапок, крыжиные стики. Аркан Буцы, Нол Талисман. Плава, что решил в догон пойти. Так, в миде, по-моему, что-то готовится. Сайлент сюда явно не просто так прилетел. Так, ну пока Трикси отвлекался на топе сразу же, который сломали крипы, он не был заденайен. Ой-ой-ой-ой-ой, Никс прячется. Ладно, неужели нет ничего? Но Никса решили напасть, и нет центрей. Они что? Вот это ганг. Вот это, конечно, царский ганг. Напасть на Никса без какого-либо вижена. Обалдеть. Ну, если бы они смогли застанить, может быть. Но Тейл очень жестко подстрял. Его все-таки убить не получается. Опять же, очень нагло играют Empire, не рассчитывая свои силы. Явно сейвят Сайлента. Надолго ли? Найтмар бежать, 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 бежать. Виспарь с руки там добить не должен. Раздупляется, Найтмар на себя висп принимает. С рифта тычка не добивает. Но здесь его все-таки убили с Сулри, по сути по всему, да. Фраг получает Фнатик у Empire. Ну вот не могут они как-то убить. Что-то игра не клеится. Пошла агрессивная дота от Фнатик. То, что и должно было быть. И как бы вот как результат. Два брасера, грейженные стики. Ну, я смотрю, тут у Хани дела не лучшим образом обстоят. Но, в принципе, лучше, чем ничего, конечно. Но то, что пришлось брасерами затариваться, это, ну, уже показатель. Я всегда говорил, брасер это лучший айтем в доте. Опа, опа, куда они полетели? 4 секунды стана, боже ж ты мой, этот Chaos Knight вообще хоть раз меньше 4 секунд выпишет или нет? Ну, по-моему, здесь вообще без разницы, что 4, что 2, тут еще был Трикси. Втроем они бы забрали очень легко, тиммейты не прилетели на сейв.
Так, пак с дримкойлом. Далековато заходит в этот раз уже Фнатик. Очень нагло играет. Да ладно, Никса забирает, он не успел шипы нажать. Ай-яй-яй, блава, где же реакция-то? Треки получает габлак, дримкойл ставится. Здесь еще и томба. У Эмпайр огромнейшие проблемы. Они отъезжают, вообще ничего не сделав. Фнатик, и посмотрите, что творят эти злые дотеры. Боже ж ты мой, под Т2 тауром убивают Фнатик как детей. 12 на 4. Что-то нужно делать, иначе так они не успеют раздуплиться, как уже потеряют трон. Посмотрите, что делают Фнатик, это же уже прям... Ну то, что Никс, конечно, не успел ничего нажать, это парада. Блава, ну там рифт кастится, да, некоторое время, он не моментально кастится. То есть можно было успеть хоть что-то нажать, ну, что-то как-то не успел. Плохо, очень плохо. Блавы всего 7-й левел. Тот же пак, уже он 8-й, ну, просто такое было хорошее начало снизу, у Блавы было 2-0, а теперь 3-2, как бы один раз только убил, а два раза отъехал. Печалька. Ставится сентеричник, а тут ничего и нет. Тут ничего и нет, трек вешает, дасты, ульта в кулдауне, и нечем его убить, он просто-напросто убегает. Если сейчас сюда еще Висп с Кайоснайтом прилетят, так и вообще будет борода. А Висп с Кайоснайтом, ну, они что-то как-то не хотят. Дабл дэмэдж бутылеву на Тейла. Бо-3, да, ребят, это первая игра. По системе Бо-3 проходит данная встреча. Так, по-моему, в мид они задумали лететь. Так, полетели в мид, сразу же нападает на Скандала, 3 секунды стана, Найтмары его здесь немного подсейвили, Скандал живет, 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 уходи, боже ж ты мой, Рифт, а тут баночки сбивает Рифтера, подстрял под ультимейтом, мана у него вся выжигается, со стиков себе восстанавливает, отъезжает Никс, отъезжает Виспарь, байбекается Блава, возвращается обратно, стан в кулдауне, здесь маны даже на инвиз не хватает, Сулринг себе купил, юзает стики, прячется под инвиз. Убивает Сайлента, габлак спрятался, Хани тоже шифтом себя пытается засейвить, 3 секунды стана выписывают, Шадоу Демон засейвил, но сам получает габлак по голове, отъезжает моментально, побежали за Блавой, скоро будет стан, давай, станчик по двоим, но ему тоже выписывают Кейлсболт, в итоге трек и тычка, и это уже даблкил от Эры, совсем все. Печально. GG пишет габлак в первой игре. Ну, не хотят они продолжать, не хотят они даже пытаться, я не знаю почему. По идее, можно было еще поиграть, но, видать, преимущество уже настолько... Давайте на экономику глянем. Да слушайте, зря сдались. 4000 экспы, чуть больше 5, ну не чуть больше, около 7,5. Это не такой прям разгром, это не 10 и не 20 тысяч. Как мы привыкли видеть, при которых... Ведь даже при 10 тысячах команды не сдаются. А тут странно, очень странно. Ну что ж, первый гейм выигрывает Fnatic с довольно большим преимуществом. Конечно, спору нет, но я считаю это GG неоправданным. Можно было поиграть еще. Может быть, конечно, я ошибаюсь. Видней, конечно же, габлаку. Но можно было еще что-то попытаться сделать, хоть что-то.